И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик, подписчик Даниэль Прекрасный и мой сын Ярик. Ярик, поздоровайся. Всем привет! Ребята, поздоровайтесь. Здрасте. Всем привет. Ну и все, мы начинаем. Так, сегодня мы будем строить голову человека. Ребята, вы готовы? Даже. Так, лицо человека берем, кожный цвет. Ну я не знаю, как это будет выглядеть, но я думаю, у меня получится. Так. Тинь-тинь-тинь. Не, шея должна быть не такая широкая. А, давай без шеи, просто голову. Не, ну ты строй как хочешь. Не-не-не, ребята, каждый строит как хочет. Это я строю так. А вы можете, то я просто как бы говорю, что, чтобы людям было понятно, что я строю. Так, это у нас... Блин, идет... у меня получается квадратная голова. Не-не-не, ты, не, ну пусть будет квадратная, Димончик, всякое бывает. Люди-то разные бывают, правильно? Есть квадратные головы, есть овальные, есть круглые. Ну, кстати, с квадратными головами я ред... Кстати, Димон, ты не удивился, у меня тоже что-то квадратное получилось. Просто не хочется сильно большую строить, мы же понимаем, что время-то ограничено. Да. Так, это у нас тогда будет затылок. Так, затылок. Так... Так давайте так, наверное, сделаем, чтобы было более похоже. Так. Еще можно выше. Потом глаза можно запилить. Глаза будут голубые. Алмазного цвета. Видели такие глаза? Я тоже. Так, глаза. Какой-то пекинес получается. Сейчас все будет. Мы по красоте пос. У меня какой-то череп получился, а не человек. Сейчас все будет, сейчас все будет. Представляешь, что вы там настроили? Если я такую дичь строю. Пап, давай я посмотрю, что ты делаешь. Сейчас, подожди. Папа, у меня еще куча. У меня этот Bugs Bunny будет. Пап, у меня еще лучше. Я еще не закончил. Подписчики оценят, они напишут в комментариях, у кого же лучше. Потому что иногда субъективное мнение не считается. Да, объективное. Хорошо. Пусть будет по-твоему, Димон. Так, давайте возьмем ему еще такие зрачки. Ой. Димон, ты готов? Я хрень построил. Все, ребята, вы готовы? Да, я готов. И я готов. Давайте по центру считаемся. Я готов. Давайте посмотрим сначала тогда Данилыча. Даниэля Прекрасного. А знаете, на кого похоже? О, честно, вот не буду обманывать, на свинью. На свинью. Да? На свинью похоже. Это на зомби похоже. Напишите в комментариях, у Данила... Ой, смотри, тут можно в квартирку эту зайти. У Данила это символизирует, насколько пустые наши... Блин, он молодец, все равно свинью так тоже построить не каждый может. Насколько... Ну, волосатая насколько... свинья на голове. Ну, как кепочка какая-то. А идемте посмотрим мою постройку, Так, подожди, Ярик, где? А, вот ты, Ярик. Даже стены подписали, чтобы не путаться. Опа, а что это за заколдованный? Ярик, а что это за заколдованный ящик? А где глаза у него? А, вот я вижу. Глаза, усы, уши. Во, прикольно, у тебя чубзик. У тебя получается двухсторонний, зеркальный. Можно оттуда и оттуда смотреть, то есть картинка не меняется. Он с двух сторон видит, что ли? Ну, давайте на мой посмотрите. У меня вообще... Если бы я его увидел, я бы уже обржал. У него челка. Это что так? Ну на кого похоже? У человека в челке живут маленькие человечки. На кого похоже? Не? Не похоже? Это на мой постройку тоже похоже. Сильно. Дима, я тебе там двери даже сделал. Вот в твоем этом. Что, Диман, будем следующее строить? Заказывай. Следующее будем строить каких-нибудь разных аниматроников. Короче, я понял, рандомный, кто хочет, такой строит. Яри, какой ты будешь строить? Кого ты будешь? Фокси. Кого? Я буду Фокси. А вы знаете, что я мало строил? Так, сейчас я один блок ликвидирую. Так, он будет Фокси, а я буду строить... Я построю лицо Балунбоя. Не, ну не лицо, я не знаю, Балунбоя попробую построить. Только не смейтесь, сразу говорю сильно. Хорошо. Так, у него черные тапки пусть будут. Мы не будем сильно заморачиваться. Так. Белые носки, если не ошибаюсь. А я не буду говорить, кого я буду строить, потом увидите. Да-да-да, я понял. Чтобы интрижка была, интрижка. Интрижка. Главное, чтобы не отрыжка. Интрижка, отрыжка. Да, это тоже нам не нужно.
Так, шорты. А шорты какие у него? Синего цвета. Блин, не буду обманывать. Вроде синего. Диман, какой балон, ребята, подскажите, какого цвета у Балун Боя шорты? 20 лет спустя. Вот такого и строй. Да я не помню, какого цвета у него шорты. Синего. Синего, да? Ну, Ярик должен помнить, насколько я знаю. Я тебе, Ярик, доверяю. Так, у кого первого будем смотреть? Димона будем смотреть первого. Давай, Димончик, Димон. Показываем. О, ребята, Димон, напишите в комментариях, это на кого похоже? Правильно, на Фредди вроде бы. Да? Димон, это Фредди? Да. Дармоед какой-то. А что у него в руках? Это какие-то бластеры? Я не знаю, это какие-то пушки, да? Какие-то огнеметы, что ли, или что это? Убийца пришел. Ярик, давай твое посмотрим. О, что это у тебя за в широких штанах такая штука? А что это такое? А, это марионетка? Ну, широкие штаны. Ну как, он хорошо сделал. Четко. Это марионетка. Так, Денчик, твой. Стойте, я сейчас... Это балонбой. Балонбой. А, это балон... А что это с ним такое? Он обосрался. Где у Бонни уши? Да нет, не уши. Не, ну прикольно, чё. Как давайте теперь мы посмотрим. У меня, короче, это 2017 года Балун Бой в кепчонке. Папа, он в кепке стоит. Такой. У тебя шар не такой. Нормальный шар. Смотрите, о, подожди, он должен внутри, гореть, да. Внутри Фредди. У меня внутри Фредди, видели что? Я сказал, офигенно. Вот он вас пожирает. Там ничего нет. Детей. Вот заходите туда, я вас запру там. Он не виноват. Как это теперь убирать? Так, надо ведро. Хорошо, где ты там нас закрыл? Ведро воды. Димон, ты где? Закрой меня в своем существе. Все. Сейчас оно исчезнет. Давайте построим замок. Замок. О, отлично, давайте. Маленький замок, давайте. Маленький такой. Маленький, да, хорошо. Мини-замок, да? Давайте, у замка будет два этажа. Мини-замок. Димон, рассказывай за свой замок. Что это у тебя за замок такой волшебный? Ну, если честно, ты построил какую-то крепость. Она очень прикольно смотрится, мне даже нравится. Так, давайте Даниэля теперь смотрим. Да, давай, спускаемся. Даниэль, прекрас. Пошли ко мне в гости, пошли. Только, ну, чувствуй себя комфортно, как дома. Говорит, хорошо. Располагайся здесь, смотри, здесь все уютно у меня, здесь все хорошо. Говорит, а что ты, Гир, делаешь? Да пошли на второй этаж, у меня здесь комната места. Отдыха. Такой, знаешь, поднялся на второй этаж, здрасте. Че, прикольный домик, Данил? Просто не очень большой. Для одного человека не хватит. Я в таком живу. Это, посмотрите мой замок снаружи, посмотрите. Это коробка. Так, давайте Ярика замок будем смотреть. Это коробочка каменная. Так, коробочка каменная, заходим. Заходим в коробку. Блин, не могу зайти. Давайте, заходите все. Здесь Димас сундук держится на верстаке. Ну, это нового хао. У Ярика все четко. Второй этаж. Так, на второй этаж походит. Пошли-ка. Прикольно, Ярик, смотри, три кроватки. Все четко у тебя здесь. Спускаемся. Да, нормально Ярик построил. Молодец. Хорошая, для 8 лет красавчик. Так у него. Так у Даниэля прекрасного даже кровати. Давайте мой замок посмотрим. Тоже, давайте идем изнутри его посмотрим, да. Тоже. А где вход, Димас? Как зайти? Идемте со мной, я здесь живу, идемте. Не, ну если хотите, идемте на второй этаж. Тут легко подниматься, идемте. Вот мы на втором этаже. О, круто. Как вам внутри замок мой? Уютно? Неплохо, неплохо. Так, ребята, и у нас последняя постройка. Это каждый строит то, что хочет. То есть вольная постройка. И мы должны будем угадать, кто что построил. Все. Я построил. Да. Я тоже построил. Все. Все, Ярик, и все. Так, ребят, ну что, давайте, чью первую будем смотреть? Давайте мою, потому что каждый раз мы смотрим чужие. Давай, угадайте, давайте. Что это? Это ромашка. Диман, это ромашка. Четко, сразу, 100%, да, это ромашка. Хотя, если честно, похоже на ветряк.
Какой ветряк? Нет, ромашка. А как же ветряк? Это что ромашка. Его? Я могу тогда его просто без горшка строить, сразу вот так вот в землю поставить ветряк. Просто это сделать примитивно. Я ж не могу здесь по-другому. Ну давайте, давай, Данил, твою. Это ромашка. А что это? У тебя лаки дерево, да? Да, счастливое дерево. Вот. Ой, Ярик, а что это у тебя за динамитная штучка такая? Ну, это атомная бомба. Не, мы должны же угадать, мы должны угадать. Это. Это атомная бомба. Нет. Нет, это дом из динамита. Это гриб. Нет. Мухомор. Нет. Нет, сейчас я угадаю, Ярик, пока не говори. Это тротил. Нет. Это пружина. Нет. Сишка. Нет. Так это динамит. Нет. Это TNT вообще. Блин, на что похоже? Блин, ребята, напишите в комментарии, как вы думаете, что это такое? Источные часы. Это взрыв. Нет, это бомба. Ядерный грибок. Нет. Это где-то гантеля какая-то такая, двухручная. Нет, папа был близко. Ядерная бомба, когда сказал? Да. Это картина Малевича? Нет, это... папа уже отгадал. Ядерная бомба. Вот что я говорил, ядерная бомба в самом начале. Самое мое первое слово, ядерная. Хорошо, сейчас я ее активирую. Нет, Ярик, не надо. Это арбалет. Нет. Вот блин, стрела. Это кирка, кирка, кирка. Кирка и алмазик. Да. Алмазная кирка. Ребята, напишите в комментариях, чья же постройка лучше оказалась. Ну, чья интереснее и прикольнее. А на этом будем заканчивать. Если вам понравилась эта серия, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Damn.